Всем привет! Меня зовут Даша Мягких, и специально для магазина Memoiris я подготовила для вас презентацию последнего релиза компании EcoPaper. Это уже вторая часть, которая посвящена коллекции бумаги «Зимние сны». Ну а ссылку на первую часть вы можете найти сейчас в углу экрана. Переходим к зиме. Автором этой коллекции, которая называется «Зимние сны», является милейшая девушка Ирина Богомолова. И эта коллекция совсем иная как по атмосфере, так и по цветам. Итак, первый листик посвящен шишкам. Знаете, вот когда в корзинку их накидали, вот получилось что-то похожее. Замечательный классический крафтовый цвет. Здорово. На обороте животные. Разные, которые, в общем-то, мы можем увидеть в лесу, прогуливаясь по заснеженным тропинкам. Тут вам и лиса, и сова, и зайчики, и, конечно же, в общем-то, олени. Ну, не олени, а оленят, олененок. Вообще, этот паттерн мне напоминает что-то из детства. Очень хочется в него завернуть плитку вкусного шоколада и подарить лучшему другу. Дальше у нас идет всеми любимая клетка теплого, уютного пледа. Вообще, этот паттерн, конечно, универсальный. Его и в мир, и в добрые люди, по-моему, это так говорится. Я это к тому, что с ним будут смотреться хорошо, например, мужские работы, и не обязательно новогодние, или, в общем, какие-то официальные, может быть, там, не знаю, шоколадница, учитель. В общем, классный паттерн. Ну, а на обороте обожаемые мною снегири. Вообще, вот если вырезать вот этот уголок и приклеить на картсток, то, мне кажется, у нас с вами будет уже готовая открытка. Но вот правда, остается только подпись прикрепить, и будет вообще полная красота. Хочу обратить ваше внимание, что Ира также рисовала всех персонажей и дизайны сама. И давайте я вам покажу сейчас несколько ее эскизов. Посмотрите, какая потрясающая детализация и передача характеров этих персонажей. Прекрасные зимние зарисовки, прекрасные животные. Ну, следующие два листа, так это просто моя любовь номер. Я уже не помню, какая там. В общем, очень они мне нравятся. Первый – это с рябиной. Невозможный лист, рябина и падающий снег. Не знаю, как вам, а мне тут же захотелось, в общем, уже готовиться к Новому году. Всю рябину Ира рисовала сама, возможно, это придает этому дизайну такую вот какую-то особость. Мне очень-очень нравится. А на обороте у нас с вами теплый свитер или какие-то там, не знаю, этнические орнаменты, например. Тоже, кстати, можно использовать не только на Новый год, но, например, и, не знаю, приглашение на масленицу сварганить, или там Иван Купал отметить. Ну, или, не знаю, варежки вырубить, у кого есть такие ножички, я вам завидую. Люблю такую многофункциональную бумагу. Класс! Ну, а вот это второй. Это у нас с вами березовая роща. Мне кажется, если поднести близко к глазам этот листик, то можно услышать, как шуршит падающий снег. Очень атмосферный дизайн. Мне он очень нравится. Я лично обожаю бело-серые листки скраб-бумаги. Они подо все подходят, и вообще, в принципе, мне очень они нравятся. С этим дизайном можно гигантское количество чего всего сделать, и вот этот вот мелкий снежок, конечно, он очень миленький. На обороте у нас с вами снежный покров и следы разных-разных животных. Классный дизайн, он очень ненавязчивый, но очень интересный. И, в общем, это отличная, конечно же, бумага для фона. Мне очень нравятся вот эти вот тип-тип-тип-тип-тип, вот эти вот следы. Кто это может быть? Ворона? Не знаю, ну, в общем, какая-то птица. Мне прям, я в восторге. Ну и напоследок, какая зимняя коллекция обходится без деревянного фона? Правильно, никакая. Здесь он тоже есть, и у него такой шоколадный оттенок с рисунком вот таких вот снежинок по периметру. Дерево немножко покрыто, мне кажется, инеем. Все равно, несмотря на то, что, в общем, рисунок сам по себе холодный, очень много душевного какого-то тепла от него. Слушайте, классно, смотрите, мгновение, воспоминания, прям супер. Можно вырезать и добавлять как некий текст на странице. Класс. И
на обороте у нас с вами текстильный фон из кружев или, может быть, серого льна, или какой-то отрез хлопка на платье, не знаю. Сама Ира говорит, что она вдохновилась красотами природы, узорами инея на стекле, снежинками, коньками, в общем, чем-то таким. Мне это кажется более теплым, более каким-то тактильным. Такая вот прелесть. В наборе есть и лист с карточками. Сюда как раз вошли зарисовки животных, которых мы видели ранее. И целые 3 карточки со снегирями. Для меня это большая радость. Ну и несколько других карточек, которые тоже очень-очень милые. Ну и напоследок лист с вырезалками. Такие они классные. Мне нравится, что помимо того, что они очень красивые, они еще очень удобны для вырезания. Ну, например, ну не знаю, ну вот эти вот рамочки, да, или вот эти вот ярлычки, ой, ярлычки, тоже рамочки, или вот, например, вот эти круги. Ну это же очень, их очень-очень просто вырезать. А марки тут такого размера, что будут здорово смотреться как на открытке, так и на страницах. Ну и опять-таки тут есть моя любимая рябина, звездочки красные и, конечно же, олени. Как же без оленей в Новый год? Так, ну на этом коллекция не заканчивается. Как и в первом случае, в нее входит набор бумаги 20 на 20. И я еще раз хочу обратить ваше внимание, что в этот набор входит 5 листов двухсторонней бумажки, а в этот 10. То есть каждого дизайна в этом случае будет лежать по 2 листа. В маленький набор точно так же входят листочки с вырезалками и карточками. Только посмотрите, пожалуйста, они будут в несколько усеченном виде. Тоже море красоты, но усеченный. Так, теперь переходим к вкуснятине. У нас с вами также есть набор карточек 7,5 на 10. И сейчас вместе с вами давайте посмотрим, что же там. Отличные листочки с календарями 3 зимних месяцев. Ух ты, рамочки. Смотрите, рамочки, повторяющие, с повторяющимися вот этими зарисовками животных. Ой, как красиво. Ой, моя любовь, рябина. Классные карточки с рамочками и с подписями. «Волшебный день», «Зимняя история», «Воспоминания», «Лесная сказка». И текстовые. «Зимний лес полон чудес», «Белый снег, как чистый лист». Вот это классно, мне очень нравится. «Зима пришла». Класс. И вообще такие, ой, какие новогодние. Красивые. Вот такие вот красивые карточки. Я их чуть-чуть так вот подвину. Жалко, конечно, что не все можно будет посмотреть. Так. Конечно же, идет декор. Это 2 набора чипборда. Тоже есть шишечки, тут есть олень. Вот эти звездочки, да, как красиво будет смотреться. Потрясающие фонарики. Потрясающие фонарики. Тоже рамочки и снежинки. Чипборд. И, конечно же, тоже набор фишек. Снегирь, какой снегирь. Очень классическая тема с оленем, красота. И текст здесь говорит «Новогодних чудес». О, какая прелесть. В общем, вот такое буйство красок, стихий и времен года у меня тут на столе. Выбирайте сами, какое вам ближе. Лично я беру обе. Ну, я не могу просто пройти мимо такой красоты. Ну, а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!